эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте. Мы идем сегодня в гости не с пустыми руками. Всем обладателям домов мы дарим какие-нибудь символические подарки. В данном случае у нас это Туя. И владельцу дома мы подарим вот этот вот замечательный букет, да, можно и так сказать, конечно же, это дерево. Вот. И познакомимся с этим домом, потому что он заслуживает отдельного внимания. Мешка с подарками не хватает, да? Так, мне кажется, я тут немножечко заблудился. Всего три улицы в данном жилом комплексе. Это, кстати, жемчужина. Наверное, туда. А, вот этот, да? Просто они все такие типовые, такие красивые, что не сложно запутаться. Давай, может, через камин, через трубу, как этот, как Дед Мороз. Ну, я могу бросить. Пойду подарю. Давай по новой, Миша, все. В эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте. И сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с одним из интересных домов, которые не так давно приобрели. Увидим ремонт, увидим, как все там выглядит на самом деле, потому что, ну, со стороны фасад красивый, всегда интересна начинка. И, конечно же, мы идем в гости не с пустыми руками, у нас есть прекрасная Туя и подарки от наших партнеров. Это сертификаты выздоровительный и спортивный центр. То есть сейчас мы позвоним, и хозяйку дома, конечно же, обрадуем. Подожди, одна громкую связь. Ой. Алло, здравствуйте, это Константин, «Стройгарант Анапа». Как у вас настроение? Здравствуйте, хорошее настроение. Я уверен, оно... Да-да-да, я тоже вас очень рад слышать. Я уверен, что оно будет еще лучше, потому что мы сейчас пришли к вам в дом, нам ключи дали в отделе продаж, где вы их оставляли. И у нас для вас есть подарочки. Это сертификат от наших партнеров, медицинский и спортивный центр. И прекраснейшее дерево Туя. Хорошо, спасибо. Ой, как неожиданно. Ой, вам большое спасибо, что да, что разрешили обзор дома сегодня снять. Вам хорошего настроения, прекрасных эмоций на протяжении всего дня. Спасибо огромное, взаимно. Вам тоже хорошего рабочего дня. Спасибо. Всем вам спасибо, до свидания. Напомню, что хозяйка дома сейчас находится в отъезде, но а Тую мы договорились поставить в гостиной. Гостиная, кстати, достаточно большая. Мы видим, что здесь ремонт, который впечатляет. Уже кухня есть, стол обеденный. Ну, прям я вот под впечатлением на самом деле. Так, Туи, думаю, на столе мы поставим. Вот. Ну, а сейчас самое время встретиться с экспертами, которые расскажут нам больше деталей об этом доме. Сергей, расскажите о вашем сотрудничестве, о партнерстве с компанией «Стройгарант Анапа», ну и чем конкретно вы занимаетесь? Да, добрый день. С компанией «Стройгарант Анапа» мы работаем уже не первый год. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Наши клиенты, которые приобрели дома в данной строительной компании, остались довольны. И сейчас они рекомендуют своим друзьям и знакомым приобретать дома именно в компании «Стройгарант Анапа». Я думаю, что кто решит купить дом, останется довольный и осуществит свою мечту жить на юге. Хорошо. Сергей, скажите, можно ли с кем-то из ваших сотрудников вот, узнать экспертное мнение о одном из домов, который, ну, хотим сделать обзор, зайти? Кто это будет и что это за специалист? Да, конечно, это будет Ирина. Она у нас занимается частными домами, коттеджными поселками. Вот, знает буквально каждый кирпичик. Вот.
какого качества цемент, полностью расскажет тогда и даст свое экспертное мнение по данному объекту. Это уже даже мне интересно, так что с вашего позволения пройду до Ирины. Спасибо за комментарии, до свидания, Сергей. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей сказал, что нужно с вами как-то с экспертом пообщаться. Я готов вас выслушать и готов узнать про уникальность этого дома, если я не ошибаюсь, на 120 квадратных метров, да? Да. Вот, ну и в чем же его тонкости и особенности? Может быть, обзорную экскурсию мне сделали? Давайте посмотрим. Уникальность этого дома в том, что здесь сделан уникальный ремонт от застройщика по заказу клиента. Ремонт, как вы видите здесь, дизайнерский. Клиент предлагает свои мысли, свои варианты, а застройщики уже детально показывают, что они могут сделать, и делают вот такую красоту. Ирина, правильно ли я понимаю, что в данном доме в каждой комнате есть выход на террасу? Да, здесь прекрасная терраса. Из каждой комнаты, что очень удобно, сделан выход. То есть свободно можно выйти из спальни, из просторной кухни. Вот я вижу как раз, да, вот одна, наверное, спальная комната и вторая. И вторая спальня. Члены семьи не пересекаются, не мешают друг другу. Также, когда приходят большие компании, гости, огромная кухня-гостиная, просторная, светлая, уютная, можно выйти. Я вот обратил внимание еще, что световые приборы уже здесь установлены. Это тоже какая-то дополнительная работа. И решение тоже достаточно такое авторское и дизайнерское. Да, очень дизайнерское. Это дополнительно установлено. Стройгарант Анапа всегда прислушивается к своим клиентам, делают все по желанию клиентов. Часто клиенты не знают, чего они хотят, и поэтому застройщики, люди знающие, умные, они предлагают различные варианты, и клиенты уже соглашаются или нет по желанию. Здесь 11 соток земли, это по желанию клиента было два объединенных участка. Два участка, да, все-таки здесь получилось? Да. Потому что визуально видно, что он огромнейший участок. Хочется посмотреть спальные комнаты, отличаются ли они чем-то от других проектов, которые мы видим в компании «Стройгарант Анапа». Здесь, да, как вы видите, вот большая удобная коридор удобный, спальни все отдельно. Вот как мы и говорили, вот эти выходы, да, как раз да, они есть. Выходами. Здорово, да. На террасу. Да, Ирина, и вот спальная комната, в чем ее особенность, уникальность? Я вижу, что хозяйка скоро сюда заедет, да, уже вещи. Да, уже люди ждут, прям дом ждет своих жильцов. Здесь находится большая просторная гардеробная комната. Это мечта любого, наверное, любой хозяйки, да, потому что я вот лично всегда мечтал о своей гардеробной. Хорошее решение, так что рекомендую, когда будете проектировать свой дом, не забудьте про гардеробную, верно? Люди, да, иногда забывают про это, но на самом деле уже в процессе жизни это очень удобно. Так, Ирин, тоже достаточно просторная, светлая комната. Какую особенность можно здесь отметить? Особенность этого дома в том, что гардины закрыты бордюрами. Вы знаете, я даже не обратил внимания. Да, точно. Шторочка очень красиво будет висеть, не видно будет колечек, ни всяких прищепочек. Очень хорошее дизайнерское решение, потому что аккуратно смотрится. Это в каждой комнате выполнено, это тоже дополнительная опция была. Я вижу, что есть подвал. Да, дополнительная опция этого же дома. Подвал делается по желанию. Ну, практичная, да, достаточно очень вещь, практично. Подвал. То есть консервы, склад, техническая зона. Правильно какая-то да, может быть? Да, давайте пройдем, посмотрим. Конечно. Пожалуйста. Вот такое чистое, просторное помещение. Обратите внимание, абсолютно сухое, потому что сделаны грамотно выполнены. Все отдушины, воздуховоды. Да, это я вижу. Дом дышит, он должен дышать. Обязательно гидроизоляция, да, если гидроизоляция правильно понимаю. Абсолютно чистое, сухое помещение, достаточно прохладное, поскольку оно в земле. Для хранения солений, варений, для хранения каких-то вещей, все это стеллажи устанавливаются. Очень достаточно большое помещение. И один важный момент, на улице есть бассейн. Да, пойдемте его посмотрим. После вас.
обратите внимание, участки все абсолютно ровные. Если где-то какие-то погрешности в ландшафте, то выравнивается земля, привозится абсолютно плодородная краснодарская земля, о которой ходят легенды, что палка растет. Ну да, растет. Даже палка растет. Я недавно лопату посадить пытался, да, но отлично. Не выросла. Земля. И вот здесь у нас выполнена, опять же, дополнительная опция – это бассейн. Ну, бассейн – это, мне кажется, вообще заветная мечта многих. Шикарный бассейн, который можно пользоваться после бани круглый год. Здесь, опять же, у нас минусовый. А, то есть это помещение, это баня все-таки будет? Да, это тоже дополнительно. Я думал, это гостевой дом какой-то. Или можно и гостевой дом, да, можно, построить? По желанию. Прекрасное решение. В прохладные зимние дни можно попариться в баньке, купаться в бассейне. Вода зимой не замерзает, конечно же. Ну, бассейн выполнен по всем технологиям. То есть фильтр, водообеспечение, фильтрация воды. Все правильно? Конечно, конечно. Ну, я уверен, что надо планировать свой дом заранее, и «Стройгарант Анапа» с этим справится. Ирина, до новых встреч. Еще раз огромнейшее спасибо, что уделили мне время. Вот, а уверен, скоро еще с вами увидимся. Вам спасибо. Всего доброго. Приезжайте к нам. Приедем. Хотелось бы отметить, что в стандартной комплектации дома это не является дополнительными работами. Есть забор, это евроштакетник, который достаточно эстетически смотрится с лицевой стороны, поэтому предлагаю посмотреть. Вид достаточно презентабельный, и это радует, потому что лицевая сторона дома и особенно забор, это достаточно важно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня это все. В эфире был канал «Стройгарант Анапа». Подписывайтесь, смотрите наши программы, ставьте лайки и обязательно задавайте вопросы. До новых встреч, пока! Сертификаты жильцам коттеджных поселков предоставлены фитнес-центром «Море». Это фитнес и спортзал, бассейн и сауна и много различных спа-процедур. Ближе к цели вместе с морем.